Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео проект 50 монет, хочу поделиться с вами результатами и напомнить о том, что вход здесь всего лишь 50 рублей, и есть условия здесь, нужно пригласить хотя бы одного реферала. Вот здесь вкладочка «Правила», кликаете и читаете всю, друзья, информацию. Квалификация. Нужно выполнить квалификацию. Здесь перелив идет наверх. Каждый участник должен выполнить квалификацию, вот это Q, пригласить лично или автоматически получить от системы. Здесь правило общей очереди. Одного реферала, который оказывает подарок не вам, а вашему куратору, второго уровня, и переходит в его команду. Перелив наверх идет. На этом ваша квалификация считается выполненной. С этого момента вы начинаете получать доход. Остальные все лично приглашенные дают вам доход. Вы получаете с них доход. 40 рублей идет вам лично, прямо на кошелек, а 10 рублей идет на развитие проекта. Здесь все-все подробно расписано. Я в прошлом видео вам показывала. Здесь есть вопросы-ответы. Это все читаете. Далее перехожу в профиль. На данный момент мой доход составляет 1440 рублей. И в обязательном порядке вот здесь в профиле редактировать данные, или так, настройках, или финансы. Я не буду показывать, открывать, так как там высвечивается, друзья, пароль. Вот, прописать в обязательном, вот, заполнить платежные реквизиты. Payeer кошелек работает столько с Payeer. Здесь нет вкладочки «Вывести». Денежка идет прямо вам на Payeer кошелек и мимо почты. Так что проверяйте свой кошелек. На почту оповещений нет. Ну, во всяком разе, у меня их нет. Значит, перехожу в команду. Вот это пришли, да, все приглашенные, которые еще не активировали квалификацию, не прошли, не проплатились. Им дается 2 дня на то, чтобы пополнить и сделать квалификацию. Вот. Вот этот человек, приглашенный, ушел, ну, это мой лично приглашенный, пошел наверх переливом, да? Мимо меня прошел, как бы. Вот это все мои лично приглашенные. Они проплатились, значит, и сделали квалификацию. Далее что? Обратите внимание, перелив. Вот сколько у меня пошло? Сколько? 28 человек у меня переливом. Видите, да? Очень много. Я, конечно, такого не ожидала наплыва. Это все переливы. А лично приглашенных у меня всего 8 человек. Согласитесь, неплохо. И финансы. И вот мои финансы все. Видим, да? Вот. Очень даже неплохо. Давайте теперь я вам покажу свои результаты. Идем на Payeer. Вот здесь уже 8 ноября, 2 перелива, как бы выплата мне пришла. Перевод выполнен, но с учетом комиссии 39,62 и номер кошелька 19,75,613. Номер кошелька 19,75,613. Один кошелек, как бы. И это вот за 7 ноября у меня. Кликаю сюда. Обратите внимание, да, вот сколько у меня здесь за 7 ноября, за 6 ноября. Это все выплаты с проекта. За 6, за 5. Ой, прошу прощения.
чихнула. Вот. Проект, конечно, суперский. Это все мне идет на часы. Не возьмем любой платеж. Сумма везде одинаковая. 19,75613. 19,75613. Ну и так далее. Довольно-таки неплохо. Вот так что, я думаю, одного человека пригласить можно. И, конечно, я не ожидала я такого количества перелива. Вот, что очень радует. Ну, в принципе, на этом все. Работаем, зарабатываем. И я... Так, это информация, да. Так. Вот лично приглашенных 12, получено переливом 28. Вот. Как-то так. Так, я что хотела вам показать? И что я хотела? Я вам показать 4 января я еще раз, естественно, оплачу 50 рублей. Ну и, естественно, буду продолжать работать. Рекламка у меня как бы и запущена. Вот. На месяц у меня запущена рекламка. И вот здесь баннеры, если кому надо. Как бы реферальная ссылочка. Здесь текстовая реклама. Это можно и сразу уважать. Ссылочка. Можно как бы взять текст, да? Вот. И так, графическая реклама вот такая. Ну и вот баннеры. У меня вот этот баннер в работе. Вот. Проект, конечно, неплохой, суперский. Ну, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. Читайте правила, вопросы-ответы, отзывы, поддержку можно написать. А тут что писать? Тут все прозрачно, ясно и понятно. До новых встреч!